Поклевка была. Морозец минус 25, а в палатке плюс тепло. Объектив у камеры моментально запотел. Я, как правило, ее ставлю, когда после первой поклевки поймаешь там одну. Вот могу показать. Вот это не сам отломил. Вот это сам отломил. Маленький же здесь, а я вот отломил. Привязал веревочку. Для чего? Вот меховушки или что-то, руки мерзнут, да. Разбирать еще на это. Легко разбирается. А вот когда собирать, когда замерзнет все, она разбирается. Давится. Проблем нету. Вот так вот. Рыбочки. А чтобы когда сильный ветер. Могу сказать, что мое ноу-хау, не мое. Вот продаются со сверлом вот такие. Есть. Неплохой вариант и вот такой. Ну вот это у меня первые были. Чем от них отличие? Во-первых, маленький вот этот. Это тоже, соответственно, маленький. Надо больше делать. Вот у меня последний. Пошли, видите? Ну для чего? Чтобы в меховушках хорошо крутить. Но вот эти тонкие, они гнутся. Когда сильный ветер гнутся. Я перешел вот на эти шурупы. Это тут сверло сразу стоит. Ну и никаких проблем уже не существует. Когда ветер, хотя тут ветра нету, хорошо, удобно. Ну, показывает. Опять для чего говорю, вот меховушечки. Почему длинные? Почему длинные? Бывает снег большой, чтобы, ну, можно так сделать. И, соответственно, сворачиваешь. Никаких проблем нет. Лед трещит, ломает. Все говорят, еще мокрый, когда лед, плохо. Палатка примерзает. Она никуда не денется. Вот еще факт у китайских палаток. Сразу старые лямочки выкинул. Старые лямочки выкинул. Сюда простая пуговица. И веревку замотал. Уже никакой ветер, согласитесь, ничего не сделает. Еще говорят, вот оттяг. Вот оттяг. Простая веревка. Ставится сюда же тоже. Чтобы вот она вот складывается. Бывает, у нас при сильном ветре складывается. Опять никаких проблем. Вот. Шуру завернул. Можно так свернуть, потом одеть. Мой знаменитый мешочек, между прочим, который на форуме. Пустой сегодня. С одной рыбкой. Ну вот. И, соответственно, вот, уже она не сложится при ветре. Попробуем ее собрать, показать. Как ее собрать. И, соответственно, сюда. Сюда. Вот. Многие очень ошибку делают. Когда долго палатка стоит, вот на этом месте лед собирается. Обязательно надо обтрясти ее. Убрать, чтобы дядьки не было. Ну и внутри есть. Потому что дома все растает в хозяйстве. Ну и получится вот такая ржавчина. Да, уследишь. Хоть я и стараюсь сделать, но все равно не без этого. Этой палатки уже, ну, не знаю, шестой сезон, наверное, пошел. Одна из первых. И выручает она здорово. Морозит. У нас собирают лед. Люди на коленку собирают туда-сюда. Надо магический кол произнести. Я когда к ней подхожу, говорю, палатки, пошли домой. Она уже трястись начинает, собираться начинает. Готово. Вот чтобы она не убежала, я так ногу ставлю.
И вот факт то, что руку не так, правой рукой. Левая у меня ничего, просто ее держит. Не так, а вот вывернуть надо. Можно показать? Этот локоть, вот туда вот смотрит. Вот. Это рука пустая, нога и рука. И что? Вот это просто держу ее, голову ее сворачиваю, раз она домой хочет. Раз, раз, все. И опять же, вот эта вещь, которая со снегом была внутри, я ее вот так раз делаю. Вот. Никаких коленок. Никаких. Ничего нету. Есть мешочек. 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 И вот все-таки к концу рыбалки руки себя плохо чувствуют. Замерзшие. Почему вот этот очень хорошая штука. Веревочка. Веревочка. Ты не вот так хватаешь и тянешь. Вот. А там маленькая, не ухватишься рукой. Она еще замерзла где-то. Конечно, маленько переделать надо. Ямочки другие сделать. Но это же штука. Рублей 20 тратил на. В другое место куда-то или домой. Ну так что рыбачьте, ребята. Мы пойдем искать. Ладно, всего хорошего.